Правильно, с сыном. Гостья из Москвы. На сцену выходит Ольга Серебряная. Она приехала не одна, а с друзьями. Добрый день. Помогать мне будут Михаил Гущин и Михаил Золотарев. Я пишу песни сама. Пожалуй, все, что я хотела сказать такого вот сегодня. Лучше мы споем. Первая песня называется «Сказка». Thank you.
Следующая песня называется «У меня из окна». Посчитать, что ли? Я уплыла
Приглашаю на сцену гостя из Москвы. На сцену выходит Вячеслав Бушуев. Это правильно, похлопайте. Здравствуйте, дорогие друзья. Спою пару песенок, хотя, конечно, хотелось бы спеть гораздо больше, но для этого случая у меня есть песня. Такая, вроде бы поешь одну, а вроде сразу и несколько. Итак, называется она «Неправильное танго». О чем-то о своем, подрагивая мелко, задумался костер, треща в лесной глуши. Сидим с тобой вдвоем, пробежала белка. Безмолвный вечный спор озвучить не спеши. Сказал один поэт, костер меж сосен пляшет. Пожалуй, соглашусь, и я сегодня с ним. Искрящийся балет костер в ночи покажет, и я на танго приглашу тебя движением одним. Палатки, мир, нам никогда не тесен, журчит ручей, скрипит в ночи сосна. Не уходи, еще не спето столько песен, еще звенит бахштаг, как первая струна. Там, где-то за горой, рассветы цвета манго. Здесь купол неба сер, и обо всем забыв, танцуем мы с тобой неправильное танго. Неправильный размер, заезженный мотив. Спасибо. И вторая песенка посвящена, уж простите, джентльмены, прекрасным дамам.
Так и называется она «Посвящение женщинам», но не просто женщинам, а посвящение независимым женщинам. Как однажды сказали, главное успеть допеть эту песню до последнего слова. Посвящение независимым женщинам. Она говорит по-французски, играет по нотам и без. Фигура ее в платье узком божественна, словно шартрез. Она говорит по-испански, одета как супермодель. На распродажах миланских знакома ей каждая дверь. Она идет, ей миллионы смотрят вслед. Она идет, самодостаточна вполне. Пусть штабелями мужики вокруг, ей дела нет. Но каждый вечер она возвращается ко мне. Я взглядом слежу равнодушным, как та, что сердца крошит всем. С улыбкой готовит мне ужин. Ну ладно, возможно, поем. Ну ладно, обнять меня можешь и рядом присесть. Потерплю. Но если меня потревожишь, возможно, что и отлуплю. И я поворотом головы отдам приказ. И будет все, как я хочу, а не наоборот. Так происходит каждый день и каждый час. Потому что я кот. Спасибо.